уважаемые господа. Микрофончик у вас? Да. Раз. Уважаемые господа, я потрясен, конечно, интересом к моей деятельности, потому что я даже не анекдоты, анекдот толком не умею рассказывать. Поэтому я всех приветствую, спасибо за то, что вы тратите свою жизнь, это самое ценное, что у нас есть, на самом деле. Правда, тратить ее на что-то другое очень трудно, потому что развлечений мало, но мне хотелось бы порадоваться за то, что раз вы здесь собрались, наверное, в моих книжках есть какое-то содержание, которого нет больше нигде. Этим я польщен очень. А так, благодарю вас за то, что вы пришли, что удивительно. Сегодня у нас два мелких развлечения. Значит, одно развлечение совсем мелкое – это картинки, которыми надо украшать кухню. Я имею в виду календарь на 20-й год. Значит, с моей точки зрения, фотографическое искусство, оно представляет ценность только в том смысле, сколько вы можете выдержать свой собственный или чужой шедевр на стенке на кухне. Выдержите полгода, ну, считайте, что перед вами действительно шедевр. Обычно розовых котиков хочется выбросить через день. Значит, вот, собственно говоря, я считаю, что критерий только один. Это картинка или нравится, или не нравится, как говорил Ван Гог, когда его допрашивали, что ж вы не комментируете молодых художников. Он говорил, ну, картинка или нравится, говорить тут не о чем. Ну, вот календарь, просто здесь я в выгодном положении, поскольку на этот раз он посвящен не занудным ландшафтам, не пикториализму, который непонятно о чем, не черно-белым, тем более ландшафтов, которые никому не нужны, потому что оценить черно-белый ландшафт фотографии нужно быть фотографом. Фотографов профессиональных мало, поэтому этот календарь никуда. А здесь все проще. Здесь, значит, веселые мурзилки, вот такие, которые на самом деле здесь покрупнее внутри. Они посвящены части моей деятельности, то есть той самой деятельности, которая описывается в книгах, которые я издаю. Здесь видно, что ученые, они конченые развратники. Ну, потому что представьте себе, как часто вы видите такие картинки вокруг себя. Да не часто. Я вижу их каждый день и по много раз очень разные. И вот здесь мне хотелось поделиться, чтобы вы посмотрели, как развратничают ученые. Здесь целый большой набор. Значит, этот календарь посвящен гистологии, то есть тому, чему, что видно в микроскоп. И микроскопы здесь такие есть, из 19 века, которые на самом деле так же хорошо показывают в световом диапазоне, как современные. Просто стоит в 1000 раз дешевле. Этот календарь на самом деле был инспирирован больше 20 лет назад, когда меня с почетом выгнали из одной известной галереи, которая находится здесь примерно в 500 метрах. После того, как произошел знаменитый юбилей Казимира Малевича, 123-я годовщина. Я как-то говорил об этом, но не постесняюсь повторить. Там выставили все фотографы, достаточно известные, свои работы, и приехало телевидение. И, значит, проходя всех этих фотографов, брали у них интервью, как доходит до меня, а у меня заглавной была как раз вот эта картинка. Значит, это вообще-то кишечник. Это кишка. А вот эти вот синенькие, это как раз секреторные клетки, которые в этот момент у вас, те, кто уже успел засунуть в себя бутерброд, переваривают то, что вы съели. Значит, а здесь они лежат около стенки. Доходит очередь до меня, мне кажется, вот вы очень точно соответствуете идеям Казимира Малевича, абстракционизму. Я говорю, ну, конечно, говорят, только сплю и вижу, как бы углубить супрематизм. У меня другого больше занятия нет. Она говорит, ну, что вы скажете? Я хочу сказать, говорю, отвечаю телевизионщикам, что с моей точки зрения, вот прямая кишка дохлого абстракциониста, она выглядит иногда богаче, чем все его прижизненное творчество. Ну, вы понимаете, чем это кончилось для меня. Ну, вот потому что это показали по телевизору, и больше меня в галерею не звали. Но, тем не менее, значит, часть картинок, которые там выставлялись, они есть в этом календаре. Почему? Потому что, с моей точки зрения, надо вглядываться в природу, а не изобретать квадратики и кубики. В ней намного больше и намного более содержательнее, и, самое главное, осмысленней,
этого самого абстракционизма, который многие художники выдумывают, так сказать, выдавливая себя из последних сил. Вот этому посвящен календарь. То есть, с одной стороны, просветительская деятельность. И здесь каждая картинка снабжена какими-то моими сказками или комментариями из прошлого. Причем скомментировано так, что было интересно. Плюс микроскопы, плюс всякие занимательные изображения, которые, например, вы должны уже оценить. Вот этот замечательный кружочек, это как раз то самое, что с Пучковым, который гоблин, мы препарировали 2 года назад в Санкт-Петербурге. Он сделал мне любезность, я приехал к нему и пожарил миног. Естественно, не просто так, потому что эти миноги мне нужны для исследования. И вот уже вот их запчасти уже издаются в виде календарей. Дальше будет интереснее. Я имею в виду отношение минок. И всякие другие познавательные вещи, например, вот эта вот картинка, она на самом деле называлась на той выставке «Смерть Хряща». Значит, ну так, эпически. Потому что на самом деле хрящ действительно умирает, заменяется костной тканью. В общем, такой всякой ерунды в этом календаре много, но выдержать, я думаю, месяц его можно. Ну, типа языка жабы и так далее. Вот такие вот. Значит, хотите, значит, они, по-моему, эти календари есть. Ну, а теперь перейдем к цели и смыслу нашей сегодня деятельности. Она будет очень простой и незатейливой. Я расскажу о втором издании книги «Морфология сознания» и сделаю такое своеобразное объявление, которое, мне кажется, вас может заинтересовать. Значит, новая книжка вышла. Значит, почему новая? Она, конечно, не то, что совсем уж новая. Ровно год назад здесь презентовалась первое издание «Морфологии сознания», вот этой самой книжки, первого тома из 2-томника. Но так сложилось почему-то, я уж не знаю, это моя просветительская деятельность, или женщины наконец-то решили, что я как-то меня можно читать, а не только ругать в интернете. Не знаю. Эта книжка посвящена, напомню вам, тому, как развивается мозг у ребенка. То есть, каким образом достигает, по сути дела, значит, так получается, мозг у ребенка складывает с самых ранних стадий развития. На самом деле, у кого эта книжка есть, речь идет о тех вот ранних событиях, которые на форзаце и нарзаце, то есть сзади, есть цветные картинки, которые поясняют эту ситуацию. Как происходит так, что у нас потом в нашем черепе, в данном случае распиленный череп человека, так поперек, получается такой замечательный мозг, которым мы, собственно говоря, думаем и воспринимаем то, что я сейчас вам говорю. То есть эта книжка на самом деле для женщин, которые или завели ребенка, или собираются его завести. Ну и для пап иногда это тоже очень полезно, для того, чтобы не испортить эту драгоценность, которую вам повезло завести. Ну почему драгоценность? Я здесь объясняю в этой книжке, потому что примерно 1 из 100 рождается. Я ничего удивительного не говорю. То есть из 100 плодотворенных яйцеклеток один человек только достоин. То есть за вас уже заплачена жизнью почти 100 человек. Просто наше развитие такое никудышнее и так плохо зарегулировано в биологическом плане, что на самом деле очень высока цена за нашу жизнь. И тот, кто потом родился, самое ужасное, это когда его испортят родители. Всех вас родители что заставляли делать? Всех вас родители заставляли делать то, что вам сильно не нравится. Всех вас заставляли учить то, что никогда в жизни не понадобится. Причем долго и упорно, вопреки всякому здравому смыслу. То есть вот это все, причем зачастую вы даже не понимали, зачем вы это делаете. Кроме паники и раздражения ничего у детей не возникает. А с чем это связано? Не то, что дети такие плохие, у кого-то гении, но вы понимаете, что степень гениальности детей, она определяется степенью сумасшествия родителей. То есть дети более-менее все одинаково развиваются, а вот родители, так сказать, на голову больные все по-разному. И поэтому многих детей, не реализовавшиеся родители, делают себе такую, скажем так, эмоциональную подпорку. То есть пытаются выдать их за то, чем они сами никогда не являлись и являться не будут. Это катастрофа и для детей, потому что они опять разделят судьбу родителей. Вот чтобы этого не происходило, я попытался в этой небольшой книжке, в такой доступной форме,
изложить очень простые вещи. А что происходит с мозгами человека после того, как вот оплодотворилось, что дальше начинается? Что он там слышит, не слышит, он видит, не видит, что с мозгами происходит? На самом деле это достаточно трагичное событие, потому что внутриутробный период, ранний особенно, первый месяц, он вообще не исследован. Если так по-серьезному браться за это дело, то до начала моих исследований, почти 30 лет назад, ну, было известно около десятка человеческих эмбрионов возрастом от 11 дней до там, месяца. К сожалению, их очень мало. Почему? Ну, потому что, сами понимаете, здесь много женщин. Как вы догадаетесь, что вы беременны на 17-й день после того, как? Да не очень-то вы догадаетесь. Поэтому этот материал в мире, в общем, недоступен. И ничего толком об этом неизвестно. И неизвестно очень плохо. Поэтому вы можете вот пройти по магазину и купить здесь книжки по эмбриологии в медицинском разделе от человека. И там увидите, что вам будут предлагать знакомиться с развитием мозга человека на основании мышиных эмбрионов на похожих стадиях. Нет, я мышей очень уважаю. Это хорошие животные, но при чем тут эмбриология мышей? Когда мы говорим о развитии человека, а там разница на самом деле принципиальна. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. То есть о том, чтобы оценить это самое развитие, нужно его хотя бы чуть-чуть знать. А его сначала очень трудно изучать, а потом это запретили. В 90-е годы, в начале нулевых окончательно в Европе такие работы вести. В результате, значит, там, ну, есть всякие профанационные направления, типа изучения стволовых клеток и прочее, прочее. Это чистая профанация и бизнес, я этого даже разбирать не буду. Это удел мелких жуликов и прохиндеев. Это, пожалуйста, это не ко мне. А по-серьезному исследования прекратились. И плоды этого мы, в общем, черпаем до сих пор. Ну, вы знаете, что аутизм тоже самое увеличился в мире примерно в 10-20 раз. И не от того, что у нас лучше диагностика. Нет, просто больше рождается. Механизмы этого неизвестны. Я вас уверяю, известны не будут, потому что работать с этим не запрещено, по сути дела. Именно поэтому в этой книжке очень немного работ современных нам, то есть уже 21 века. А очень много работ из той эпохи, которая умышленно замалчивается, когда можно было работать на человеческих эмбрионах и у нас, и на Западе. Но вот поэтому как бы после развития псевдогуманизма это все прекратилось, и новых сведений о патологии развития мозга человека нам получать практически неоткуда. Это большая, очень большая проблема. И такие серьезные заболевания, а в первую очередь это неврологические, они остаются, так сказать, вне интересов ученых. Ну, во-первых, если вы занимаетесь какой-то эмбриональной патологией, он и так помрет, и так помер. Кто вам деньги на это даст? Если бы вы, например, там выясняли молекулярно-генетические изменения пшеницы на поверхности Марса, ну, на это могут. А вот на это нет. Поэтому эта работа очень тяжелая, такая плохо финансируемая, но тем не менее интерес к ней есть, потому что всем интересно, как у нас развивается мозг, что происходит в утробе матери, что делать с детьми после того, как они родились. Потому что сейчас в результате развития психологии, факультетов психологических, значит, массового шарлатанства, ну, связанного в основном с кошельками родителей, к ним интерес огромный и повсеместный вот во всем мире. Получается так, что у нас вам постоянно на каждом шагу навязывают лекарства, методические приемы воспитания детей, образовательные системы. Давайте им там просто с 3 лет будем их там учить 20 языков. У вас вырастет гений. Нет, гений не вырастет и денег не останется. То есть вот примерно так. Почему? Не от того, что я такой вредный, я хочу отнять рубль, тот самый, за которым гоняются психологи всего мира. И там психоаналитики и прочие всякое братья, которые торгуют словами. Значит, речь идет о другом, о том, что есть закономерности развития мозга, которые даже за большие деньги преодолеть нельзя. Почему? Потому что мозг развивается по строго определенным законам. И здесь вот есть всякие прелестные картинки, в том числе и веселенькие для людей, так сказать, более религиозных. Например, здесь на Нагзаце в конце
Я специально привел эмбриона на 20-29 дней развития с огромным развесистым хвостом, которого, как вы знаете, многие сейчас люди в таких женском платье, в черном, отрицают. Значит, вот с такими хвостами мы рождаемся, и, то есть заводимся, растем, и эти хвосты составляют у нас чуть не треть тела. Ничего не сделаешь. То есть я намекаю на то, что мы в своем развитии проходим эволюционное становление. У нас так же точно, как у животных, закладываются жабры. Никуда не денешься, несколько пар. Благодаря им у нас распределяются закладки эндокринных органов. А если они не распределяются, тогда плод будет нежизнеспособный и погибнет. То есть мы в своей эволюции проходим те самые стадии, которые и проходит и эмбрион. То есть мы прошли в эволюции огромный путь позвоночных. И эмбрион проходит после оплодотворения все те же стадии. Частично они, так сказать, остаются как механизм перераспределения эмбрионального материала между головой, телом, хвостом, тот же хвост. У всех у вас есть копчик, ноги на него падали, знаете, что это больно и неприятно. Это что? Это как раз частично резорбировано, частично сросшиеся позвонки, закладки хвоста. Ничего не сделаешь. У нас много таких специфических эмбриональных приспособлений, которые позволяют эмбриону выжить в утробе матери. Там не очень хорошо. Вы же поймите, мало того, что она движется, еще иногда ест, иногда пьет, но это хорошая ситуация. Если немного, то все спокойнее происходит. Нервничает, пьет таблетки всякие. В общем, травит как может. Ну, то есть это не самое лучшее. Поэтому раньше соблюдали там спокойствие женщины и прочее. Почему? Потому что особенно ранние стадии развития мозга, они очень уязвимы. Ну, представьте себе, еще когда генетические каскады не включились, когда еще гены во всех клетках одинаковы, в этот момент происходит закладка основной формы мозга. Но гены во всех клетках одинаковы. Кто ему указывает? Господь Бог? Ну, вряд ли бы он такого допустил безобразия, которое у нас происходит. Значит, какой-то другой механизм. Этот механизм делает очень уязвимым к таблеткам, к разным химическим препаратам, к еде низкокачественной. Поэтому женщин, конечно, надо беречь в этот момент. Но и самое главное понимать, что происходит внутри головы этих самых эмбрионов. Там бесполезно, как я писал в первом издании, во втором пишу, и разбирая по отдельности. Почему бесполезно приглашать оркестр Большого театра пузатой женщины? Кажется, как хорошо. Но сейчас мы сыграем там на 20 инструментах какое-нибудь произведение Чайковского. Как он хорошо. Ну, из него тут же вырастет композитор. Моментально. Ну, лет через 40. Ну, то есть идея такая, что он слышит, воспринимает звуки. Давайте, значит, его немедленно воспитывать еще внутриутробно. Да, ну, это бесполезно. В этой книжке, оказывается, во втором издании я добавил сюда кое-чего. Я разбираю из позиции созревания ядер мозга. Ну, просто ядра мозга не могут ничего воспринимать, если там нейроны не образовали связи между собой. То есть, если нейроны не образовали связи, значит, ничего, никакую информацию не перерабатывать не могут. Даже ту, которая приходит от лунного света. Я уж не говорю от оркестра Большого театра. Ничего там не попадает. И кроме этого, ухо не может воспринимать, потому что механизм передачи сигнала не работает. И клетки, которые волосковые, которые воспринимают этот сигнал, тоже дифференцируются очень поздно. И поэтому вот такие глупости делать бесполезно. То есть он не слышит ни на уровне мозга, ни на уровне рецепторов, ни на уровне системы передачи сигнала. То есть вот как хочешь, так и понимай. Хотя это огромный бизнес, зайдите в интернет, вы увидите там огромное количество предложений по слуховому воспитанию, развитию детей внутриутробно. Отличный бизнес. Ребята, вы хорошо устроились, завидую. Но можно ничего не делать, результат все равно будет отличный, потому что дети все равно, в конце концов, большинство из них все-таки начинает слышать там, через некоторое время. Ну, вот это уже успех. В этом отношении я к этому возвращаюсь многократно. Всякие способы воспитания и образования детей, и даже у тех, у кого есть отклонения в развитии серьезные, они всегда дают успех. На стороне всех прохиндеев и жуликов сам факт развития. Ребенок на следующий день будет другой по сравнению с предыдущим. Поэтому можно продавать все, что угодно. И все равно изменения будут положительные. Отличить их
от нормального роста, который любой растущий организм, в котором в любом растущем организме происходит, от того втюхивания, которое производят всякие психологи, псевдофизиологи, заклинатели змей, накладыватели рук, ног там, или слонов, я не знаю, чего хотите. Но вот отличить невозможно, потому что ребенок растет. Это безотбойный бизнес. Я уже говорил, неоднократно повторю, я предлагал в свое время в 90-е открыть фирму по производству вспоможествования проращиванию зубов. Но чего? Зубы все равно вырастут. Но можно же начать вспоможествовать, ну, за определенную сумму. Отличный бизнес. Зубы обязательно вырастут. Все мамки будут абсолютно довольны. Ну, с небольшой задержкой, но за это время можно успеть заработать. Вот примерно такой. Вот этим примерно занимаются детские психологи, ну, кроме тех случаев, когда это действительно нужно. А нужно, да, это бывает во многих случаях, когда дети с отклонениями, с ними надо возиться, чтобы они более-менее адаптировались к социальной системе. Вот этому посвящена книжка. Собственно говоря, в ней рассказывается о том, как созревает мозг, как его разные отделы, в том числе сенсорные системы, разогревают в процессе внутриутробной жизни и после того, как ребенок появился. Ну, чтобы хотя бы не обманывать. Вот об этом. И здесь не какие-то умозрительные разговоры, а здесь в основном это мировая литература, которой очень немного, еще раз повторюсь. Этим специальных исследований очень мало. Несмотря на то, что мы уже покрыли Землю толстым слоем, у нас там 7 миллиардов, а исследуемо себя очень плохо, особенно детей. Да и литература, это серьезная ответственность, за которую можно поручиться, очень мало. Поэтому здесь литература более-менее собрана. То есть это конкретные эксперименты на детях, на плодах, на внутриутробном развитии, при УЗИ-диагностике, сейчас прижизненно. Это, раньше это можно было только при там, гибели матери или плода. Если такие исследования проводить. Сейчас получше стало, но исследований все равно ведется очень мало. Эта литература собрана, это в конкретной фактологии. Если я там пишу о том, что основное развитие там, нашего мозга, ну, вы знаете, я много раз об этом говорил, что наш мозг занимает 50-ю часть тела, а потребляет до 25% энергии. Это катастрофа. Ну, по этой причине мы не любим думать, мы не любим соображать, а кроме того, из-за того, что наш мозг имеет внутренние наркотики, хорошие такие, отличные наркотики, каннабиоиды и опиоиды, еще окситоцин и масса других вещей, он не только не любит думать, но если он не думает, то его внутри поддерживают вот этими высоко запрещенными веществами. Он сам себя вырабатывает. Они ниоткуда не берутся. Нейроны, после того, как они перестали работать, они от восторга, повизгивая от восторга, тут же вырабатывают внутренние эндогенные наркотики, вы переходите в сон. Ну, как после хорошей плотной еды. То есть все замечательно. И если вы что-то утащили у кого-то незаметно и вас не поймали, то же самое. Если вы обманули свою жену удачно с соседкой, тоже отлично все происходит. Или с соседом, неважно. То есть это опять внутренние наркотики. Поэтому мозг ленивый, похотливый достаточно, очень примитивно устроен. Вот как это все созревает, это постепенно накапливается в мозге. Об этом книжка. Поэтому детей очень трудно учить. Вы им пытаетесь заставить напрягаться их мозг, заставить тратить энергию, а дети говорят, ну, при первой возможности. Они что делают? Они уклоняются, они вас обманывают, правильно делают. Почему? Потому что они более биологичны, чем взрослые люди. И им совершенно плевать, что будет завтра. Вы поймите, для большинства приматов, а мы приматы, хоть что делай, завтрашнего дня не существует. Вероятность, что вы проснетесь завтра в мире обезьян, очень низка вероятность. Вас за ночь может какая-нибудь толстая змея сожрать, и все на этом закончится. И вот с такой жизнью, таким отношением к жизни, у нас очень трудно что-то прогнозировать надолго. Люди мало прогнозируют, живут одним днем, двумя в неделю, ну месяц. Из-за того, что мы так устроены, мы наследники этих самых приматов. Вот об этом, собственно говоря, как это все заводится, книжка. Если наш мозг, говорю, 1/50 от всей массы тела, и мы потребляем до 25% энергии, а теперь прикиньте, что с вашими детьми. Он рождается, у него мозг составляет 1/5 от массы тела, а расход энергии 2/3, вдумайтесь, на содержание развития мозга. Ну да.
Если он у вас, вы ему удастся сочкануть чуть-чуть, то есть он немножечко отклонится, перестанет слушать вас и пойдет бездельничать, он тут же экономит там половину энергии. Поддерживается это, да у него еще лучше поддерживается, чем у взрослых людей. Если у нас в основном каннабиоиды эндогенные вырабатываются на все безобразия, которые я перечислил, то у детей еще там и опиоиды. Вы думаете, почему вы в детстве? Так в детстве было хорошо, а потом теперь стало похуже. Опиоидов-то у взрослых людей почти нет. Вот и вы чувствуете некоторую недостачу. В детстве это было как хорошо, там вы там напоели, погуляли, легли спать, полное удовольствие. Правильно, потому что детский мозг контролируется двумя внутриэндогенными наркотиками. Что сделаешь с этим? Поэтому детей нужно, если заставляют что-то делать их, то надо учитывать, что на самом деле у них в голове, во-первых, голова здоровенная. Я вам говорю, рождается 1/5, а у нас 1/50. Чувствуете разницу? В 10 раз. И энергии потребляет 2/3 от всего организма. Собственно говоря, все выращивание детеныша, зачем тело нужно этому мозгу внутри утробы матери, так в двух словах. Он же рождается, одна голова, там такая маленькая пристроечка, ручки-ножки. Для чего? Для того, чтобы когда он родился и начнет есть, пить, чтобы вот этой тушки тела маленькой, дохлой, и хватило энергии содержать растущий мозг. Больше ни для чего. И когда, пока он растет, и тело-то не выросло, вы посмотрите, сравните себя с ребенком. У вас такое большое могучее тело, маленькая голова. А там все наоборот. Большая голова, маленькая, дохленькая тельца. В чем дело-то? Соответственно, представьте, какие муки смертельные он испытывает в детском саду, в школе, во всем, пока это все созревает. Это долго зреет. Я здесь в этой книжке пишу, и сейчас вот готовится третье издание, но это не третье издание, будет первое издание второго тома «Морфологии сознания». Надеюсь, через год мы с вами встретимся, и она будет презентоваться. Она в таком состоянии находится, в рабочем. Что дело-то заканчивается к 30 годам. То есть великовозрастная вот эта Балбесандия вся, она продолжается лет до 30. И это серьезное дело. Потом начинается уже стабилизация после 30, где до 27 лет мозг образует, скажем так, синапсов новых для запоминания, для того, для всего, для жизни. Да, больше, чем потом после 30. То есть у нас онтогенез на самом деле, то есть развитие, в первую очередь, мозга продолжается почти до 30 лет. Здесь все заканчивается до полового созревания. Здесь я немножко говорю об этом, потому что, ну, вы понимаете, что принципиальный момент, дети хорошие до начала полового созревания, а потом становятся гадами. Это обычное дело, и они не виноваты ни в чем. Смена мотивации, там же ведь как происходит. Вот я в этом втором издании, там здесь чуть-чуть я дополнил, потому что контакты с читателями в процессе там, реализации этого тиража, они показали, что здесь нужно попонятнее это объяснить. А что именно объяснить попонятнее? О том, что наш мозг и наша лимбическая система, они как бы разные. То есть, и как происходит развитие? Все, вот ребенок родился, здесь прямо подробно описано. Ну, во-первых, я 1000 раз это говорил, повторю 1000 раз. Не надо перед его физиономордией трясти цветными игрушками. Это бабушкам их нравится. Это игрушки для бабушек. Вы можете перед бабушками. Он, во-первых, цвет почти не видит. А во-вторых, у него поле 20% от всего зрачка. Это бабушки развлекаются. Они там чувствуют свою доминантность. Ну как же, все, уже появились ноги, можно умирать. Ну, нормально. Это обычное бытовое поведение среди приматов. Значит, ну так все, ну что вы. Раньше это 33-34 года продолжительной жизни, средней, ну, в Европе просвещенной. Чего вы хотите? Ну, ребенок-то не видит почти ничего. Он там половину не слышит. В этой книжке все подробно описано, в экспериментах все. И зрение. Родился у него 20% зрения. Его при этом ничего не понимает, потому что нейроны в коре еще не сформировались. Реагирует он за счет тех же центров, которыми, простите, на вас крокодил охотится. Если кто бывал в теплых краях, знаете, крокодил очень интересуется нежными, крупными, белыми людьми. Ну, вот они как раз видят вас как раз этим же четверохолмием, которым воспринимает ребенок движущийся объект. То есть вначале это все на древних центрах, еще крокодильских.
то есть доставшихся нам от рептилий. А кора начинает созревать к 7-8 годам. То есть это очень длинная и тяжелая история. И понимание того, как созревают органы чувств, тоже очень важно для того, чтобы хоть преподавать вменяемо. Потому что из нашей практики ушла советская возрастная физиология. Из нашей практики полностью ликвидирована возрастная психология. Вы поймите, что в западной культуре таких наук не было. Ну, вообще не было. Понимаете? Там не было специальных институтов, которые бы занимались возрастной физиологией детей для того, чтобы адаптировать их лечение и образование, и воспитание. У них не было никогда никаких систем педагогических, которые позволяли анализировать то, что ребенок может воспринимать, что не может воспринимать. У них там все продолжается, как в процессе биологической эволюции. У нас все было. Но у нас сейчас, поскольку все, что написано заграничными буковками, это истина в последней инстанции, у нас это все из педагогики, из образования, из медицины выкинуто к чертовой бабушке, и поэтому люди, и в том числе врачи, и об этом ничего, и педагоги об этом или мало что-то очень знают, или не знают вообще ничего. Собственно говоря, этот прореху я тоже пытаюсь как-то компенсировать. Еще один аспект, который в этой книжке тоже, мне кажется, очень важный, который я вот выступая хотел бы подчеркнуть, это то, что ребенок проходит на самом деле три таких очень принципиальных этапа развития. Проблема заключается в том, что, как я вам говорил, все, что досталось нам от животных, проявляется, дифференцируется раньше, чем то, что сделало нас людьми. Соотношение длины эволюции биологической, где мы выступаем в качестве, в лучшем случае, красовидных таких тварей, но в самом лучшем это видит мартышек, вот этот вот кусочек. Он в несколько десятков тысяч раз длиннее, чем наша биологическая человеческая эволюция. Так вот, вот эта вот древность вся, она приводит к тому, что первым дифференцируется в человеческом мозге, у ребенка, это здесь описываю, так называемая лимбическая система. То есть это центры управления с помощью инстинктов и гормонов. Но не половых, половые потом. Это инстинктивно-гормональная регуляция поведения, агрессия. Ну, кто не видел детей, несущихся с палкой по крапиве, и там, значит, уничтожающих все, что движется, ну, полно. Это фазы той самой биологического эволюционного созревания, которое проходит ребенок. Значит, что происходит на самом-то деле? На самом деле происходит следующее. Первым, из-за того, что она просто очень древняя, очень примитивные, очень маленькую часть в мозге занимает, формируется лимбическая система. Это что? Это тот самый гиппокамп, знаменитый, миндалевидное тело, свод, там, сосцевидные тела и прочее, прочее. Все эти научные термины. Я просто говорю о том, что это древние центры, которые легко найти у того же крокодила, у той же лягушки. Почти все есть. То есть, ну, понимаете, что трудно от крокодила ждать там образования хотя бы на уровне 5 класса. А центры все есть, которые мотивируют его. И вот у ребенка эти центры созревают первыми. Он, по сути дела, такой маленький крокодил. Да, он, конечно, с вами говорит, но принятие решений на уровне лимбической системы. И очень медленно, к 7-8 годам, у него начинает появляться кора. Вы скажете, ну они такие осмысленные вещи говорят. Да, конечно. Магнитофон за нами повторит вообще все, что хотите. А тут не магнитофон, а намного круче, потому что мозг огромный, мягко говоря, пустой абсолютно, который может запомнить все, что угодно. И вот родители очень часто губят своих детей. Они говорят, давайте вот какую-то ему функцию придадим, ну, придумаем. Давайте пусть он там пилит на скрипке. Ну и давай его туда. Значит, он может запомнить очень много чего. Почему? Потому что голова-то пустая, там еще ничего нет. Связей гигантское количество, в котором хранится память. Вы из него можете сделать все, что угодно. Начните его поддерживать, он увидит одобрение взрослых, и он начнет запоминать то, что это одобрение вызывает. Можно погубить любого ребенка, без исключения. Потому что в данном случае вы работаете практически на чистом листе. Но там есть внутренние мотиваторы, то есть та самая лимбическая система, доставшаяся от крокодила. А там ничего нет, кроме еды и доминантности. Половое созревание еще не началось. И в этот момент вы можете ему набить голову чем угодно. Что, собственно говоря, происходит. Потом люди не знают, что с этим делать. То есть лимбическая система, она действует очень хорошо. Это отличный мотиватор
человеческий, но до момента полового созревания. Вот что получается. Если умело воспитывать, то где-то с начала формирования коры, где-то такого уже заметного по поведению, это 7-8 лет, когда, с моей точки зрения, не надо отдавать в школу, когда у шестилеток пытаются там им привить то, чего у них мозг вообще не способен воспринимать, это смешно и очень порочно. Ну, вот. А так 7-8 лет созревания неокортекса, который формирует, собственно говоря, нашу индивидуальность, наши социальные все наборы поведения, всего остального. И потом вот с этих 7-8 лет, где-то лет до 12-13 у вас растет такая паинька. То есть ему действительно можно выучить. Может, и математику, и физику, и там, ну, языки попроще. Потому что это болтология, коммуникация, там билинговые, они нормально растут с детства. Это не страшно. Значит, больше нельзя, не советую. То есть, а вот пару языков – это нормально, даже тройку. Вот это все воспринимается нормально, емкости достаточно мозга. А вот дальше, значит, где-то с 8-9 до 12-13, ну, у кого-то там задержки бывают полового созревания, до 14 даже лет, они вполне нормально, они обучаются уже за счет коры, а не лимбической системы. То есть не инстинктивно гормональное поведение, а осмысленное. Но тут только-только родители порадовались, там к 13-14 годам, тут-то к ним подкрались неприятности. Называется половое созревание. В мозге ребенка начинают формироваться ядра и центры, которые вырабатывают половые гормоны. И все. С этого момента об образовании можно забыть. Почему? Потому что начинается такая пила поведенческая, говорят, переломный возраст. Там, на Западе это тинейджеры, мол, я не туда, сюда не управляю. Нет, там просто идет созревание половой системы, которая то подчиняет себе поведение, то сама подчиняется старым вот этим вот системам управления поведением. И в этот момент там на несколько лет ребенок на самом деле почти выпадает из образования. Иногда нет, на гормонах, на стрессе кто-то там начинает, как Пушкин, стихи писать, как правило, плохие. Но вот кто-то там начинает, значит, увлекаться какими-то искусствами. Но это на самом деле такая сублимация от безвыходности при половой стимуляции. Ну, что сделаешь? Ну, вот так мы устроены. В этот момент как раз в обезьяньих стаях, если мы возьмем шимпанзе, происходят те самые конфликты. Не на жизнь, а на смерть, кстати говоря. Ну, и здесь почти то же самое. Там отсюда суицидники и прочее, прочее. Там много всего заводится на это, на механизм гормонального понимания. То есть, видите, что получается? У вас все более-менее ничего. Там у нас двойственность сознания, инстинктивно-гормональное поведение, рассудочное. Значит, хочу и надо. Все понятно. А у детей трагедия какая. У них надо еще не сформировалось толком. А тут на это, на все, в это, в третий компонент вмешивается половая дифференцировка. И вы ему говорите, а он смотрит на вас, как рыбьими глазами. И не понимает, что вы от него хотите. Да потому что у него еще 3 раза в день меняются механизмы мотивации поведения. Он не виноват. Он хороший. Такой же, как было раньше. Как, ну, как обычно говорят, там была девочка-дерьмовочка, выросла, стала дерьмовочкой. Вот примерно то же самое. Не надо обижать детей, они тут ни при чем. Надо просто понимать, чего, как с ними общаться в тот или иной момент времени, потому что на самом деле перед вами как минимум 3 разных человека. 2 расстроения сознания. Нравится? Не очень. Но родители обычно как говорят, надо же удерживать линию. Ну и снимать штаны. Понятно, что дальше. Вот. А это вызывает только внутренние конфликты. Вот эти механизмы созревания мозга, их, к сожалению, не объехать, не стричь. Вы все это проходили. Я вот сейчас рассказываю, из вас половина тоже вспоминает, как его там выдрали не за то, там ругали последними словами, обидели, бог знает на что, до сих пор хочется загрызть любимого папу там, ну, вот, со страшной силой. Это из-за чего? Да потому что непонимание абсолютное того, что происходит в детской голове. А там происходит катастрофа натуральная. Они думают, что в таком количестве в тинейджерском возрасте суицидом кончают. Из-за чего? Вот из-за этого. Потому что они даже себе не могут объяснить, зачем они нужны. То есть в этом проблема. А они являются на самом деле всего лишь навсего заложниками вот этой штуки. То есть здесь в данном случае показаны всякие нейроны, которые на самом деле дифференцируются, синенькие нейроны образуют между собой связи, капиллярчики такие. Капиллярчиками они соединяются только через зелененькие клетки глиальные. И вот эта вся конструкция нужна для того, чтобы просто мозг кормить.
Это происходит очень медленно. А в коре головного мозга так вообще десятки лет. И по этой причине такая сложная конструкция, которая энергетически, к тому же страшно затратная, естественно, будет работать очень плохо. И ждать от него нечего. Хоть чему-то пусть выучится, хоть чему-то он научится, пока его мозг будет его самого разрушать. Потому что у нас среда-то плохая. Мы не привыкли жить, это мы себе придумали такое, что это вот, вот так надо жить. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что с биологической точки зрения среда никудышняя. Вам уже приходится все время работать. Вы пойдите в зоопарк, поставьте стульчик или сядьте на лавочку и посидите там часа три. С часами, хотя бы в этом, на ладоннике. И пофиксируйте, сколько они там вообще трудятся-то. Чтоб незаметно, чтоб наши ближние братья с мозгом, почти таким, как у нас, но имеется в виду по структуре, чтобы они сильно перерабатывали. Нет, поели, легли спать. Поспали, можно поесть. Нормально все. Ну, иногда можно размножиться. Ну, или подраться для развлечений. Вот это нормально. А вот то, что происходит у нас, не совсем нормально. То есть, естественно, детский мозг, когда оказывается в такой среде, и вдруг до него доходит, что это взрослая среда, он вдруг неожиданно говорит, и это все, я просто собственными ушами это слышу. И что мне вот так еще дальше жить, там 50 лет, 20-летний мне говорит, я говорю, да. Ну, это для него это катастрофа, он ждал другого. То есть вот в чем проблема. И это особенность и нашего мозга, эволюционная, и социальная, и все что угодно. Но социальная, естественно, у человека играет колоссальную роль. Об этом тоже все время говорю. Потому что в тех случаях, когда дети развиваются вне человеческого сообщества, людей из них не получается. Вот как хотите. Но это я уже тысячу раз об этом говорил. Это в Индии традиции, такие девочки там не нужны, мальчики нужны. Сейчас мальчиков стало там в 10 раз больше, чем девочек, поэтому все европейские старушки после 50 едут туда получать сексуальное удовольствие. Потому что, ну, понимаете, мальчиков в 10 раз больше, чем девочек, что делать-то? Ну, вот, а между собой не бесконечно же это может быть. Значит, ну, едут европейки как-то спасать индийских ребят. А суть-то в чем? Вы их раньше просто не с помощью УЗИ абортировали. Нашел девочку, аборт, все, сейчас просто. А раньше их просто выкидывали в джунгли, надеясь, что кто-нибудь их съест. Ну, в основном, конечно, съедали. Вот. Но кое-кто выживал, и вот получали все эти сказки про Маугли, на самом деле. Это все чушь полнейшая, Киплинг, он, конечно, изобретатель хороший. Это хороший литературный образ, а на самом деле ничего подобного. Они обычно их вылавливают, там, через 5-7 лет возвращают, они не возвращаются. Психологи европейские ездили, и местные, и физиологи, и психотерапевты, которые излечат все, что угодно, и даже могут отрезать некоторым астральный хвост. Ну, у кого он торчит? Он невидимый, но торчит. Значит, вот эти самые все клоуны, они ездили туда пачками, ну, вот для того, чтобы возвратить этих детей, так сказать, в социальную систему нашего общества. Ничего не получается. То есть это говорит о чем? О том, что вот этот период от рождения и до полового созревания, он дико важен. И то, что в этот момент будет запечатлено, в прямом смысле этого слова запечатлено ребенком, то и будет основой его поведения. У нас, на самом деле, наши мозги такие же точно, как у гусят. Тех самых, которые вот здесь в книжке наверняка продаются. Лоренца, Тинбергена и всех остальных зоопсихологов. Ну, когда у них выводятся гусята. И они видят не мать-гусыню, а бородатого мужика. Ну и нормально все. Они считают бородатого мужика своей мамой. Все. Это известно там 70 лет назад описано. Феномен запечатления. Дальше они там за ним и ходят, как за мамой. И даже пытаются его по-быстрому оплодотворить, ну кто там пошустрее. Вот. Но это не всегда получается, это понятно. Но они воспринимают так же. У нас то же самое. Наш мозг только огромный, это запечатление проходит не за 10 минут после вылупления птенцов, когда они впервые увидели движущийся объект, это может быть даже подушка, а на протяжении долгого времени. У нас есть периоды, которые, кстати говоря, очень плохо исследованы, в которые происходит это самое запечатление, которое потом экспортируется на всю оставшуюся жизнь. Те самые краеугольные механизмы, которые потом делают человека таким или другим.
Если он там где-нибудь среди разбойников там смотрит, как людей убивают, его, кстати, вряд ли можно поправить. Ну, то есть это, к сожалению, вещи необратимые. Ну, то есть запечатление, но есть запечатление. Если уже связи между нейронами образовались, то ничего не получится. И начинается это очень рано. Вот, кстати, картинка здесь. Это человеческий эмбрион размером примерно 200 микрон на 11-й примерно день после того, как. То есть, когда еще ни девушка не знает, ни мальчик не знает. Нет, они догадываются, что могло произойти. Но врач точно ничего не знает. Вот это 11-й день после оплодотворения. Но в этот момент уже есть патология вон с того края. Это так называемая анамбриония. Вот именно она и уносит 60% жизни. Еще до того, как кто-то заметил, что уже надо беспокоиться. То есть вот, это, кстати, единственное изображение 11-дневного человеческого эмбриона, вид сбоку. Значит, это все, из чего мы состоим. А вот в серединке такие клеточки, это вот все, что, из чего мы состоим сверху. Это будущая нервная система, а все остальное внизу. Вот этого хватает, чтобы смастерить наш организм. Примерно тонну и 100 килограмм. Больше не получится. Поэтому вечная жизнь невозможна, поскольку есть хайфлик, ограничение клеточных делений. Это значит, каждая клеточка из этих, ну, примерно, может 45-48 раз поделиться. И на этом все. Естественная смерть. Вот, собственно говоря, краткое содержание этой книжки, которую... И теперь мы можем перейти к вопросам, которые вы задавайте. Пожалуйста, я постараюсь ответить, если они есть. Дорогие друзья, поднимайте, пожалуйста, руку. У кого есть вопросы, я обязательно к вам подойду. Молодой человек, а потом к вам. Сергей Ильич, здравствуйте. Вопрос следующий. Здравствуйте. Про синдром Туретта. Какой механизм возникновения его и что это такое, врожденное или приобретенное заболевание? Я сказать не могу, потому что очень плохо исследовано. Врать не буду. Придумывать врать нехорошо. Но ничего сказать не могу, потому что это надо исследовать. А исследовать это надо брать соответствующие пробы из мозга. Понимаете, да? Исследовать да. Периферию очень тщательно. То есть не отменять всякие другие процессы. Этим не занимаются. Потому что вы предложите кому-нибудь сдать биопсию собственного мозга. Угу. Вам тут же, конечно, все согласятся по голове. То есть, к сожалению, а аутопсии, то есть мертвых людей с таким заболеванием, так мало. Его так трудно идентифицировать при жизни, что это... Ну, я вам приведу пример. Вот у нас здесь был случай... В Калининграде редчайшее заболевание, там известно 30 случаев, там синдром Фоли в мозге, когда сосуды начинают кальцифицироваться. У меня сотрудников вам нужно было посылать в Калининград, потому что ну, во всем мире 30 случаев. Причем с нечетким подтверждением. Чтобы такие вещи исследовать, нужно, во-первых, иметь финансирование не грантовое, а во-вторых, иметь ресурсы. К сожалению, на такие заболевания, на исследование редких заболеваний никто денег не дает. Это проблема первичная. А вторичная, сами врачи, которые этим занимаются, они плохо могут их идентифицировать. То есть, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно такую хорошую национальную программу. Но, к сожалению, я не в силах. А можно, есть масса объяснений, есть множество придумок, но врать не хочется, потому что они все высосаны из пальца. Так что ничего сказать не могу, извините. Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Мы с левой стороны от вас. Передаю микрофончик в зрительный зал. Я вот такое хотел спросить. У вас вот был про ЕРТ, но по поводу бета первого типа. Как с ним обстоят... дела. Это у меня первый. А еще второй. Есть ли в мире еще вот такой же, как вы, ученый? Или вот что-то вроде... Да ученых полно. Просто дело в том, что... Калибра вашего, как бы, который вы фундаментально занимаете. Я понял, о чем речь. Вы знаете, ученых-то полно. Просто... Кроме того, что это должен быть приличным ученым, ученых хороших, да лучше, меня много. Но вот проблема-то в том, что они же все живые люди, у всех дети, жены, там колбаса нужна, там налоги надо платить. У меня, например, был приятель, очень известный генетик, настолько, что я не могу его даже назвать фамилией.
Потому что на меня ополчится половина Академии наук просто. С этим, с дрекольем и ламами пойдут. Он говорил мне, говорит, да, я понимаю, что все это неправда. О том, в чем пишу. Ну, ты же пойми, я же генетик. Вот этим все объясняется. Он не может выйти из научной парадигмы. И очень много людей просто считают примерно так же, как и я. Они просто боятся. Элементарно боятся потерять свое место. Ну, вы посмотрите, например, там вот есть такая организация, возглавляемая рядом прохиндеев под названием там, борцы с лженаукой. Кстати, большинство из них такие же ученые, как и мой попугай. Ну, вот. А тем не менее, они берутся судить, рядить там какие-то физики, несостоявшиеся, неудачные теоретики, занимающиеся там фундаментальными проблемами материи, неизвестно откуда взявшиеся. Они судят всю медицину, фундаментальную биологию, неврологию, химию, другие науки. Они вот, пожалуйста, законодатели МОД. Но кто будет с ними бодаться? Их поддерживает Академия наук в лице первых лиц. Ну и чего? Что можно сделать в этой ситуации? Очень мало людей, которые могут идти до конца. В том смысле, что отстаивать свою позицию публично. Потому что, вы поймите, это очень дорого обходится. Это такое развлечение, за которое тебе постоянно долбят по голове. Поэтому ученых-то много, но они высказаться не могут. А вы чему вот так вот спокойно можете высказываться? Да, потому что я не завишу от системы, которая существует на сегодняшний день, поддержки науки. А вот вы же в госучреждении? Да, в госучреждении, да. И спокойно высказываться. Ну, вы знаете, пенсионерам уже все можно. То есть я как-то чудом дотянул до пенсии, поэтому, конечно, тем более, уж сейчас тем более ничего не боюсь. А, понятно. А вот этот, то, что вот диабета... Насчет диабета, да, пожалуйста, значит, я скажу. Никаких секретов нет. На сайте издательства «Веди» висят ролики. Там, значит, например, многие из них, там, разработки научные, они почти закончены были. Ну, вот, и поэтому из-за того, что... О, спасибо. Ситуация была безвыходная, я записал эти ролики не от того, что там я решил выпендриться как-то особым образом, показать красные обезьяне зад на весь мир. Нет, не об этом речь идет. О том, чтобы найти деньги на финансирование этих проектов. Все очень просто. Поскольку, если вы, не дай бог, начинаете решать какую-нибудь проблему и решаете ее хорошо, то вам тут же прекращают финансирование. Я с этим столкнулся, когда работал в 90-е годы на одну из американских организаций, очень уважаемую, связанную с диабетом. Как только мы стали получать первый результат, серьезно, они прекратили финансирование. Почему? Потому что лечение сахарного диабета, его профилактика приносит чистой прибыли каждый день 1 миллиард долларов. Ну и кто захочет это лечить? Вы о чем? По этой причине, например, приведу пример дальше, продолжаю, на личной шкуре. Значит, у меня висел, теперь уже его надо снять, конечно, по идее, на сайте издательства «Веди» небольшой ролик о неинвазивном датчике сахарного диабета. Сделано много лет назад, то есть почти там 7 лет назад. 3 года это все лежало потом. Никому не было нужно. Ну вот сейчас, значит, венчурная компания из Англии берется это делать. Ну, до них дошло. Не прошло 4 лет, как индеец зоркий сокол увидел, что стены нет, и можно бежать. Вот на эту тему. Почему? Потому что стрёмно, даже менее понятно, как они рискнули. Даже если у вас было бы вот сейчас лекарство от сахарного диабета первого типа, ну, вы бы долго не протянули. А миллиард долларов каждый день. А несколько миллионов оболтусов, которые с этого кормятся. Вы что? Вы понимаете, нужно различать желание помочь человечеству и бизнес. Вот, к сожалению, тот, кто помогает человечеству, очень часто занимается этим ради бизнеса. В этом проблема. А ученых, которые могут решать, умеют и решают проблемы, очень много в мире. Поэтому с диабетом вот такая ситуация. Естественно, никто никогда не будет серьезно вкладываться в то, что может нарушить колоссальный бизнес. Вполне естественно.
колбаса личная для себя иногда важнее, чем судьба всего человечества. Но это у меня же история уже была. Если вы следите за тем, что я делаю, у нас же есть вот предложение о церебральном сортинге. Это что такое? Это когда каждый человек будет заниматься тем, чем, к чему он приспособлен. Что это вызывает? Только панику. Ну как это? Ты объективно, тебе объективно скажут, на что ты способен. Это же катастрофа. Врать не получится. Человечество все держится на лжи, обмане и, так сказать, втюхивании друг другу всяких глупостей. Если вы объективизируете отбор людей талантливых и способных для каждой специфической профессии, понимаете, вы разрушите структуру человечества, которая стоит на обмане массы. Поэтому это не двигается, и двигаться будет очень плохо в ближайшем обозримом будущем, как и лечение сахарного диабета. То есть есть наработки, есть, но в данном период времени эта часть моей деятельности, у меня группа работает, практически не финансируется. И могу сказать, что последние гранты, поданные на этот год текущий, они не были поддержаны ни Российским научным фондом, но я думаю, что и Российский фонд фундаментальных исследований тоже, кстати, не поддержал. Так что все в порядке. Все будут зарабатывать по миллиарду долларов на диабете первого типа. И дальше можете не беспокоиться. Решение проблемы не предвидится при таком подходе. Спасибо большое. У вас В Советском Союзе было точно так же. Разницы никакой. Проблема заключается в том, что в Советском Союзе просто было предположение о том, что нужно... Там подход был другой. Там не было грантовой системы, а была другая система. Там она как? Я в Советском Союзе проработал очень много лет в науке, почти 15 лет. Поэтому знаю всю эту систему изнутри. Там было как? Там были государственные программы. Если ты там как-то в него втыкаешься, то тебя финансируют. Но при этом финансирование было по факту наличия. Вот есть институт, например, исследование задних мушиных лапок. Ну, к примеру, чтобы никого не обижать. И вот на этот институт там 200 человек выделяется, например, там 10 миллионов рублей в год. И он так и будет выделяться. И там независимо ни от чего. И это что делать позволяло? Позволяло в этом институте изучение задних мушиных лапок изучить мушиный хоботок. Понимаете? Это давало результат, потому что исследования могли продолжаться много-много лет. А сейчас гранты западные, даже большие, и наши большие, на 2-3 года, за это время хорошую кандидатскую не напишешь, поэтому они почти наполовину липовые. И нормальная диссертация делается 5-7 лет. Ну никак быстрее не получится. А у нас докторские пишут за 2,5 года. Ну о чем вообще речь? Куром насмех, и весь этот диссернет, который ищет плагиат, это такое же скопище жуликов абсолютно. Потому что надо не плагиат искать, где слова совпадают, а надо смысл, содержание смотреть. А у нас критерий единственный в науке, по которому чиновники выделяют деньги для институтов, это, вдумайтесь, это оценка научной деятельности по баллам, которые вычисляются по публикациям в западных журналах. То есть, если ты будешь повторять западную точку зрения, западную парадигму и публиковаться в ведущих западных журналах, то тебе наше государство будет платить большую зарплату. Если твоя парадигма не будет соответствовать западной, то ты никакой сети не опубликуешь, зарплату у тебя не будет, и денег тебе на науку не дают. То есть, таким образом, у нас вся наука, существующая на сегодняшний день, поставлена в прямую зависимость от западных публикаций. То есть, иначе говоря, у нас наука может развиваться только в тех направлениях, которые выгодны западным издателям, западным научным центрам. Поэтому наша наука постепенно превращается в некую приставку к западной системе оценки. То есть она обречена, потому что наукометрия, которая она построена на высокорейтинговых западных журналах. А там же сидят люди, которые, они же не самоубийцы, они видят, что если что-то появляется, то, что не укладывается в их парадигму, то это публиковать нельзя. У тебя может быть гениальная новая идея. Лечение какой-то болезни, профилактики, там, детской патологии, еще это ни к чему не приведет. Потому что ты ее не сможешь никогда публиковать, значит, ты не на Западе. На Западе это самое главное. Не на нашу журнал, на Западе все публиковать.
Там истина с точки зрения и Академии наук, и Министерства науки и образования. И отсюда, конечно, наука в стране полностью обречена. Если эта система грантовая, значит, оценочная продолжится, то она будет полностью уничтожена. Ну и как в данном случае постепенно превратится в некие, в некую приставку к западным научным парадигмам, которые будут диктоваться с Запада. Что, собственно, происходит? И мы радостно в 2020 году вот только что подавали, что оценку научной эффективности, построенной на чем? На индексах западных журналов, где принимают и публикуют наши статьи. То есть идет активное, целенаправленное уничтожение отечественной науки. Все. В Советском Союзе было лучше не из-за того, что мы лучше жили, мы жили хуже. И оборудование было хуже, и все остальное. Но там хотя бы эти исследования, которые вели на свой страх и риск исследователи, они продолжались долгое время. Просто если ученым не давать совсем денег, да, или давать чуть-чуть, то они долго-долго-долго будут делать, но в конце концов сделают. А если давать вот именно на это, они сделают быстро. То есть вот в Советском Союзе была такая система. Всем давали понемногу. Все поддерживалось. Возникала проблема в оборонке или еще где-то в медицине, в прикладной. Ага, а эти вот уже здесь сидят 10 лет и трут эту самую тему. О, отлично, берут, им финансируют, они тут же решают проблему. А сейчас, вот, например, нужно решить проблему. Я знаю, например, их решать некому. Потому что все, что не входит в эту западную парадигму, не имеет вот этих вот цифр, наукометрических высоких показателей, просто стирается начисто из медицины, из науки, откуда угодно. Потому что чиновникам надо жить. Да, давайте дальше. У вас есть на столе вопросы. Может быть, мы к ним перейдем. Будем так, чередовать. И вопросы из зала. Значит, так. Стихотворение Хлебникова. Слушайте, это не ко мне. Я, который он написал, поплевывая Маяковский, для этого напрягал все поля. Это надо специально готовиться, потому что там у них был небольшой конфликтик на маленьких кинжальчиках. Шутка. Некоторые шуток не понимают, поэтому заранее говорю еще. Значит, у них были кое-какие разногласия. Ну вот, и к этому надо специально готовиться. Я не готов сейчас одного и второго цитировать. Не могу ничего. Это, знаете, кому-нибудь там Быкову вот обращайтесь. Он на память что, помнит эти километры этих стихов и хорошо их знает. Он вам все расскажет и про Хлебникова, и про Маяковского, и с песнями, танцами, и со стихами. Я, к сожалению, такими памятью не обладаю. Ограниченное количество сокращений сердечной мышцы человека. Это статистика или кем-то открытый биологический закон. Слушайте, мне здесь пришлось на это отвечать очень уважаемой даме. Значит, еще раз объясняю. Слушайте, если вам не хочется ничего читать, а это читать надо в специальной литературе, долго и упорно, на языках, немецкий, английский, французский. Начинается вся эта история в 60-х годах. Там надо лопатить и лопатить это. Вот специально для любопытных и ленивых. Есть фильм BBC, который называется, по-моему, «Понимание времени животными». Значит, там специальные люди, специально для ленивых, взяли, собрали всю эту литературу. И, понятно, на пальце, как в мурзилке в детской, сняли кино, с какой скоростью идет время для разных животных. Там в этом фильме есть 10 или 15 минут, где пересматриваются разные твари, разные животные. Там мышки, слоны, лягушки. Считалось у них сердцебиение и показано, как эти живут, как эти, сколько сердцебиений. Вот просто можно порыскать и на BBC найти этот фильм про животных. Посмотрите просто там. Потому что никто, этот вопрос мне задают много раз, но никто специальную литературу читать не будет. Именно поэтому вот в этой морфологии сознания я здесь 15 страниц ссылок на западные работы. Чтобы никто пальцем не тыкал и говорил, что Савельев все придумал, этого ничего нет, а дети с этого... С 12-го дня развития уже отлично Чайковского от Бетховена отличают. Вот чтобы этого не было, здесь ссылочный аппарат на 15 страниц. Процент потребления энергии нейрона в спокойном состоянии, состоянии работы. Как он был рассчитан? А на один нейрон никто не рассчитывает. Господа, ну надо хоть научно-популярные книжки читать. Но человеческий организм сколько энергии потребляет? Кто мне скажет, физики есть? Физиков нет. Это кошмар. Сколько энергии потребляет человеческий организм, расходует? 100 ватт максимум. Мозг 10, соответственно.
Нейроны не надо рассчитывать. Можно посчитать, сколько вы едите, но это работа, вот это вопрос. Есть книжка «Основы физиологии» Гербера, 1937 год, где подробно он первый создал камеру, он придумал вот это самое, от чего девушки худеют. Вот эту дурь. Калорийность. Это он виноват, Гербер. Если понять, да, как калорийность считается, девушка говорит, я вот это не буду есть, это калорийное. Почему? Гербер, этот несчастный немец, придумал это все еще до Второй мировой войны для расчета рационов немецких солдат и немецких летчиков. Зачем шоколадку немецким летчикам давали? Чтоб летал хорошо, это понятно. Так вот, он рассчитал, калорийность рассчитывается так. Это 100 грамм еды, сожженной в среде чистого кислорода. Объясните мне, Христом Богом, при чем тут ваш желудок? Он просто хотел придумать хоть какой-то эквивалент, чтобы объяснить тупым немецким генералам, что солдат надо кормить. Ну, можете себе представить, это эти, которые сходили в таких шишаках. Ну, то есть он шапочку такую на себя надел, что у него в голове делалось? Вы догадываетесь, я надеюсь? С такой шапочки. Это тихий ужас. И вот, значит, он специально рассчитывая для немецкой армии, это была большая серьезная работа, он вмерил энергии, там, сколько человеческий организм расходы, сколько входит, сколько выходит, сколько воды. Там. Потом много всяких маркеров делали. Это колоссальная область деятельности. Это проверено досконально до Второй мировой войны. Ребята, учебники надо читать, ну, хоть какие-нибудь антикварные. Уж про я не про современные не говорю. Мы можем к следующему листочку перейти, там да, еще есть вопросы. Значит, давайте еще какие-нибудь вопросы вот здесь. Можно ли выйти за рамки социального инстинкта? Можно выйти. Выйти можно. Вернуться не получится. Потому что проблема-то в чем? Социальный... Нет, вопрос на самом деле серьезный. Можно ли выйти за рамки социального инстинкта? Да, если вы будете тратить на это энергию своего мозга. Если вы заставите мозг работать и сравнивать, что у вас дает этот социальный инстинкт, что он не дает, да, можно выйти. Да, есть шанс у любого человека в любом возрасте совершенно запудренными мозгами. Полностью можно начать сравнивать. Пример, хотите вам самый наглядный. У нас Александр Невзоров. Отличный специалист по религии. Вы знаете какой? Откуда он такой специалист? 4 года он готовился стать священнослужителем. Но у него хватило мозгов для того, чтобы понять, как все это устроено. Вот вам пример. То есть он социальный... Инстинкт у него сложился, да, конечно, смог он выйти, да, конечно. Молодец. Таких людей немного. Есть даже известные наркоманы, которые были известными врачами, которые сами себя снимали с тяжелых наркотиков, как морфий. Были такие случаи, единичные, да, даже из этого, из этой ситуации можно выйти. Да, если вы заставите свою голову, свой мозг работать и сравнивать ваши социальные инстинкты, накопленные в вашей голове, с тем, что вас окружает, выйти можно из чего угодно. Да. Но для этого это очень дорого стоит. Давайте. Вопросы из зала. У меня 2 вопроса. Ну, во-первых, разрешите вас поблагодарить за вашу деятельность. Действительно, очень ценные ваши книги и многое дают нам. Вопрос первый. Можно ли дать определение конкретное, что такое сознание? Вот не просто описывать, так сказать, всю... Да, я понимаю, да. Что такое сознание? Короткое и четкое. Это первый вопрос, простой. Второй вопрос такой. Вы говорите о церебральном сортинге очень много, да? И, соответственно, вы только что сказали, что подвергаетесь критике соответствующей. Вот встречаете неприятие, критику и так далее. Каковы основные аргументы ваших недоброжелателей? Вот в чем они видят, так сказать, недостойность вот, и да, недостаток? Я понял. Да, с удовольствием расскажу. И тогда уж заодно. Недавно в интернете я встретил статью, которая называется «Профессор Савельев. Опасный сортинг». Вот я, прочитав эту статью, я тоже как-то немножко заколебался вот в вашей, так сказать, правоте. Вот, а что вас смутило, вот, ну, интересно? Ну, там большая статья, на самом деле, может быть... А кто ее написал? Источник какой? Нет, кто? Конкретный человек. Вы знаете, вот я сижу перед вами, моя фамилия Савельев, Сергей Вячеславович. Автора кто автор? Автора я сейчас не помню, я прочитал год назад.
Ну, потому что, вы понимаете... Я шел просто и вот вспомнил в связи с этим. Да, значит, насчет авторов. Значит, я, первое, с дилетантами ни в какие дискуссии не вступаю. Это первое. Да, я первый раз слушаю такого большого писателя. Нет, а кто это? Я тоже не знаю. Ну, видите, я не могу же, мало ли, может быть, это такого искусственный интеллект. Вот. Поэтому я с людьми, которые никак не отметились в той области, в которой работаю, ни в какие дискуссии не вступаю. А дилетантские рассуждения этих болтунов, которые не знают, как заработать себе на колбасу, меня не интересуют. Это раз. Значит, теперь насчет церебрального сортинга, еще плохого. Я вам сейчас объясню прямо на пальцах. Когда книжка, которая здесь сейчас продается, он там лежит, называется она «Изменчивость и гениальность», была полностью готова. Это было больше 10 лет назад. Эту книжку я решил не издавать. Как порядочный человек и патриот. Правильно? Ну, представьте себе. Мы вводим церебральный сортинг внутри нашей прекрасной страны. И мы начинаем отбирать, представьте себе, выдающихся математиков прямо при жизни. Выдающихся физиков, которые начинают делать нам новое оружие. Экономистов, которые решают наши проблемы. Это же прекрасно. Согласитесь, так? Ну, для нашей страны, чтобы никто в мире не знал ничего об этом. Я обратился куда надо. С предложением, давайте я не буду публиковать. Давайте мы создадим эту всю штуку и отберем самых лучших. Во всем мире можно было отобрать, сосредоточиться. И у нас будет самая лучшая страна с лучшими экономистами, с лучшими физиками, математиками, биологами, гениями. Давайте отберем гений. И утрем весь мир. Подробный рассказ 4,5-часовой кончился тем, что мне сказали, ну это все замечательно, но а что же будет с нами и с нашими детьми? Я ответил на ваш вопрос. Потому что меня слушали явно не гений. То есть, вот и все. Именно поэтому объективность никому не нужна. Особенно тем, у кого много денег. Вот и все. Все очень просто. Поэтому меня обвиняют бог знает в чем. Почему? Потому что все панически боятся о том, что будет объективный критерий отбора. Ну, вы посмотрите, даже я уж не буду говорить там про всякие высокие должности министерские. Академия наук, кто у нас вице-президент? Да тот, у кого папа был вице-президент. Кто у нас маршал? Тут у папы был маршал. Чего вам еще надо? А он точно маршал? А это точно академик? А способности-то у него есть какие-то или нет никаких способностей? Как объективизировать? Никак. А тут появляется объективный инструмент. Опасно это? Очень опасно. Поэтому такие вещи не делаются. Все очень просто. И именно в этом дело. Я-то на каждой страничке, в каждой книжке пишу о том, что индивидуально изменчивость прикрывает и половую, и расовую, и этническую. Индивидуальный наш мозг изменчив колоссально. А полуграмотный этот искусственный интеллект пишет, что я фашист. Ну, молодец, ну значит, он сам психически больной быстрее всего. Искусственный интеллект. Если я на каждой странице пишу, что индивидуальная изменчивость прикрывает расовую, этническую, как можно меня обвинять в этом? Надо быть полным, наверное, каким-то, скажем так, искусственным интеллектом. Все. Вот и все ответы на вопрос. А вы можете разделять любую точку зрения, потому что же все зависит от того, как говорил один мой знакомый, откуда ты получаешь колбасу. Если в советские времена ты получал колбасу из распределителя для ЦК КПСС на Грановском, у вас будет одна точка зрения. А если ты за колбаской стоял в магазине где-нибудь в Бутово, у вас будет почему-то другое. Не сталкивались с этим? То вот, попытайтесь восстановить из вашей памяти выше с того поколения, как это было. Все поймете, почему разница. И кто не хочет, чтобы был объективный способ оценки человеческих способностей. Расскажите подробно о сосудах и капиллярах мозга. Ну, как раз на 2 часа, сейчас я быстренько это сляпаю. Подвержены медикаментозному инфекционному воздействию. Значит, дело в том, что наши капилляры очень хорошо защищены. Дело в том, что существует такая штука, как гематоэнцефалический барьер. В книжке «Нищета мозга» я там это подробно описываю. Наш мозг – это инородное тело.
в нашем организме. Если ваш бодрый организм доберется до вашего мозга, он его сожрет, правильно сделает, на этом все кончится. Умрете от шока. А вы полный пробой гематоэнцефалического барьера, человек умирает через 6 часов. Поэтому наш мозг – инородное тело, и поэтому туда ничего не попадает просто так. Туда идет фильтрация через несколько мембран глиальных клеток. Напрямую нейроны с сосудами не соединены. И поэтому любого из вас, если взять кровь, то окажется, что у вас аутоиммунные антитела есть на ваши собственные мозги. И ваша иммунная система только мечтает, как бы до них добраться и выдавить из вашего организма, как занозу. Вот примерно такая тяжелая жизнь у нас. Поэтому в капиллярах медикаментозно очень плохо все проходит, потому что надо преодолеть гематоэнцефалический барьер, активный перенос. Именно поэтому мы не можем напряжением силы мысли сбивать планеты, как показывают в фантастических фильмах. Не можем. Почему? Потому что энергетический обмен конечен. Скорость переноса конечна. Ничего вы не сделаете. Так напрягся, и планета упала. Сейчас напрягся, может упасть только что-то другое, с другой стороны. Поэтому медикаментозное инфекционное воздействие затруднено. И плохо попадают медицинские препараты для лечения мозга. Ну и инфекции в результате попадают плохо. То есть мозг защищен. А капилляры у нас устроены катастрофически просто. У нас работает один капилляр из пяти, то есть 20%. Вот у вас есть какая-то структура мозга. И туда входят 5 капилляров. Они через мозговые оболочки так проходят. Работает из них один. В каком смысле работает? Остальные тоже есть, и через них плазма крови проходит. А эритроциты, которые приносят кислород, проходят только через один капилляр. Но когда, не дай бог, вам понадобилась эта область мозга, и вы задумались о чем-то, о высоком, нужно немедленно мобилизовать ее, заставить нейроны работать. Откуда энергию брать? И тогда вот эти капилляры, которые остались еще 4 из 5, ну, я так огрубляю предельно, расширяются и становятся быть проницаемыми для клеток крови. Кровь приливает к этой области, и вы начинаете думать. И тогда все нейроны включаются. Вот эту самую ерундистику, то есть скорость кровотока, и фиксируют с помощью томографа. Но поскольку они границы определить структур не могут, это все получается, что у вас там центр поля где-нибудь в районе прямой кишки находится. Ну, такая глупость. То есть на самом деле мозг может увеличить в 5 раз кровоток, но для этого никакого сердца не хватит. Нужно такое сердце иметь, как у слона. Поэтому мозг работает избирательно. То, что вам в данный момент нужно, включается и работает. А то, что не нужно, выключается и не работает. Или работает по этому минимальному принципу на 20%. А с одной стороны это хорошо, с другой плохо. Потому что если вы никогда не пользуетесь этой областью, в конце концов будет что? Народная болезнь, называется маразм. То есть склерозирование сосудов, которые запустили. Поэтому мозгу надо пользоваться, хотите сохранить. Какое-то минимальное здравомыслие, надо пользоваться и заниматься разными вещами, не одной и той же. Поэтому как бы просто об этом, к сожалению, сказать сложно. Есть в нищете мозга фрагменты. Ну, может быть, когда-нибудь будет какая-нибудь специальная глава в какой-нибудь книжке. Дело в том, что вы поймите, на все эти вопросы можно было бы ответить. Да, получится вот такой толщины книжка про мозги. И возникает тихий вопрос из зала. А кто это будет покупать? Ну, издавать я знаю, кто. Ну, издательство разорится после этого. Понятно. Потому что вот такой том, где будут научно обоснованные ответы на все эти вопросы, продать будет невозможно. Ну, это то же самое, что вот латинский словарь. Ну, вот издательство издало, я сидел, его правил 5 лет. Ну и чего? Да, он без ошибок, как международная номенклатура по самой позорной в мире в окрестности, которая сейчас есть последняя. Да, он без дурацких ошибок, с нормальным переводом нормальных терминов, как должно быть, не с ошибками швейцарских этих бездельников, которые там нам навязывали англизмы вместо латыни, которые ни английского, ни латынь, по-моему, не знали. Я потратил 5 лет на то, чтобы его исправить, взяв за основу казачонка, знаменитый словарь. Ну и кому он нужен? Никому. Вот ровно такая же история будет и с вот такой книжкой про все, как работает в мозгах. Поэтому приходится делать вот такие в общедоступном формате, чтобы, знаете, почему такой формат? Чтобы в дамскую сумочку входили. Раз я для женщин пишу, надо их уважать. Вот. Нет, я понимаю, сейчас у многих женщин сумочки большие.
Вот. Но все-таки это рассчитано было на лучшие времена, когда женщины не будут обременять гигантскими авоськами. Ну, так что, ну, давайте еще один вопрос. Последний вопрос, да, из зала. Доброго времени суток, Сергей Вячеславович. У меня вопрос немного не научного характера. Давайте. Я смогу ответить, конечно. Нейроморфология. Когда и каким образом вы поняли, что именно ей вы хотите посвятить всю свою жизнь? Может, какой-то определенный случай повлиял на ваше решение? Да, был совершенно определенный случай. Дело в том, что я много лет учась в школе, в обычной, в средней, значит, я интересовался всякими зверьками. Ну, и больше всего насекомыми. Ну, вот. Ну, и уже когда вырос, я решил посмотреть, как у них мозги устроены. Они устроены интересно. Книжка есть «Происхождение мозга». Здесь издается, там как раз и про мозги насекомых. Я сделал гистологические срезы, те самые, которые здесь приведены, такого типа, как приведены в календаре. И посмотрел на их мозги. Ну, действительно, там здорово все. У нас в коре 6 слоев, а у них в грибовидных слоях там бывает до 12. И нейроны мелкие, сложные. То есть они, у них много там. У них тоже мозги делятся, как у нас передний, средний, задний промежуточный. Мозжечок у них тоже там прото, дейта, трита, церебром, нейрогемальный орган. Там все очень интересно. Но я посмотрел на это, на все. Потом посмотрел на вокруг себя. Это было в Савдепии. Задолго до того, как она закончилась, я понял, что я ближайшие оставшиеся мне 50 лет буду разговаривать только с зеркалом. Потому что специалистов в области мозга беспозвоночных, серьезных, их до сих пор не появилось. Появились такие, ну, как бы, псевдосистематики от нейробиологии беспозвоночных. То есть, к сожалению, в мире было еще два человека. Одному было, мне было там 20, ему было 85, второму было под 90. Вот на троих мы могли что-то сообразить в этой области. Вот. Ну, мне показалось, что это тяжелая судьба. И я, честно говоря, решил, что все-таки человеческий мозг, он попроще. Ну, вот, и подоступней, ну, попримитивней. Ну, и оказался прав. Ну, то есть, вот такой был поворотный момент, когда от занятий беспозвоночными я стал, ну, это было очень давно, стал заниматься позвоночными. А нейробиология, вы поймите, почему нейробиология? Все, что бы мы ни делали, регулируется нервной системой. Все абсолютно, кроме одного метаболизма, кальциевого обмена в нашем организме. Все остальное – это нейробиология. И любой организм, что бы там ни рассуждали про зубы, клыки, ноги, хвосты, все кончай нужно для того, чтобы кормить мозг, а мозг нужен для того, чтобы интегрировать адаптацию этого организма к внешней среде. Поэтому нейробиология – это универсальный механизм выживания животных на этой планете и нас тоже. Ну, давайте, знаете, закончим. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. У нас сегодня гость Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, профессор, организатор науки.